Меня зовут Яковлев Дмитрий, художественный руководитель школы танца Академия, город Пенза. Меня зовут Елизарова Ирина Владимировна. Я являюсь руководителем ансамбля современного танца «Муравейник», город Самара. Мы приехали из Нижегородской области, городской округ, город Выкса, поселок Дощатый. Город Горловка, Донецкая Народная Республика. Республика Башкортостан, село Акьяр. Архангельская область, поселок Савинский. Город Норильск, Красноярский край. Вообще, ну, коллективы все шикарные. Это ребята со всей России, разносторонние. Мы второй раз приехали на творческий сезон. Мне с первого раза было понятно, что с этой командой мы сработаемся. Очень понравилась организация. Они заряжены эмоциями, желанием сюда таким большим приехали. Мы счастливы, что мы окунулись в эту атмосферу невероятных позитивных эмоций. То, что вот у меня внутри, вот сейчас, честно, это надо приехать и понять. Это того стоит. Опыт знакомства у нас двухлетний. Мы приехали, поучаствовали, посмотрели, как все организовано, как все проходит. Все понравилось. И вот сейчас решили снова попытать свои силы, подали заявку, и вот мы здесь. Ну, безусловно, это бесценный опыт для руководителя, для детей. Все очень грамотно, все очень четко. То есть все какие-то вопросы, тут же все решается. Все вопросы, какие есть, организаторы помогают решить. И я всегда думаю, что надо пробовать. Пробовать для себя, открывать какие-то новые фестивали, новых организаторов, смотреть новые возможности и не бояться. Пробовать рисковать. Вот мы рискнули и не пожалели. Для нас любой конкурс и выступление на большой сцене с коллективами, которые заслуженные народные звания имеют, для нас это большой опыт. Поездки – это сплочение коллектива, это дружба, это мастерство, это показ себя. Если какому-то руководителю хореографического коллектива показалось, что это то мероприятие, куда следовало бы поехать, вам не показалось? Ехать сюда надо обязательно. Обязательно участвовать. Использовать возможность на все 100%. А теперь ваша очередь. А теперь пришел ваш час.